Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Helena, jestem nauczycielką języka polskiego w szkole Polish for Belarus i zdecydowaliśmy stworzyć nasz własny kanał na YouTubie. Всем большой привет! Меня зовут Хелена, я учительница польского языка в школе Polish for Belarus, и не так давно мы решили создать свой канал на YouTube, чтобы делиться с вами интересными моментами из польского языка и польской культуры. Сегодня мы хотим разобрать песню польского рэпера Тако Хемингуэя, который называется «Польские танго». Тако Хемингуэй является самым популярным польским рэпером, очень известным. Эта песня уже набрала 27 миллионов просмотров на YouTube. И в польском интернет-комьюнити она называется таким «дис на пис», дизлайком правящей партии «Право и справедливость», которая сейчас заседает и в парламенте в большинстве, и президент Польши тоже принадлежит этой партии. Сокращенно она называется PiS. Так вот, почему именно эта песня? Потому что Тако очень, на наш взгляд, своеобразный и очень интересно показал проблемы в современной Польше, проблемы во взглядах, в ментальности, в экономике и так далее. И сделал вот такую классную песню, которая очень сильно зашла всей Польше и многим людям, которые знают польский язык. Поэтому поехали! W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzosk. My posłyszeli z wami pierwszy kuplet pieśni. I, кстати, zapominajcie, kuplet po polsku to zwrotka, a przypiew to refren. В первом куплете Тако Хемингуэй ссылается на 90-е, когда после распада ПРЛУ, Польска Жечпосполита Людова, название Польши в коммунистическое время, страна оказалась в огромном экономическом кризисе, не было денег, зато появились очень много различных товаров, привезенных из Запада, да и с Востока тоже. Здесь очень классная фраза, что Захуд запушчал до нас очко. Запушчать очко означает как бы заигрывать, искушать. То есть Европа как бы искушала Польшу с какими-то новыми товарами и так далее. Вот он тут поет о том, что появилось очень много всего, там, например, пластиковые забавки, файны новые порноски, какие-то пластиковые игрушки, порножурналы, видеокассеты, музыкальные кассеты и так далее. И как бы люди просто сходили с ума от того, что, оказывается, столько всего можно покупать, но а денег нету. Mówi się szare bloki, gdzie kurwa szare bloki? Tutaj wszystko pstrokate, baby, typy i jorki. Purpurowe siniaki, pewnie bo była noti. On ma kefir dla mężczyzn, taki well balanced protein o smaku tofi. Szare bloki. Здесь Тако Хемингуэй отсылается к таким школьным рэперам, которые всегда поют о том, что все вокруг серое и так далее. И он говорит о том, что если вы когда-либо были в Польше, то заметили, что многоквартирные жилые дома в Польше, которые называются блоки, они разноцветные, там зелененькие, розовые и так далее. И вот он об этом поет, что наоборот здесь все очень такое колоровое. Mój kraj wyszedł z klatki, teraz się mota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmarka, z drugiej Europa. Moim krajem może rządzić byle miernota. Это отсылка к тому, что страной могут управлять люди с очень низким качеством образования. И это влечет очень большие последствия на социальную жизнь в стране. Последняя строчка. С левой стороны ярмарк. Другие Европа. Это отсылка к стадиону, назывался стадион десятилетия. Это стадион народов в Варшаве, самый большой в Польше. И в 90-х годах на его территории был огромный базар, который назывался ярмарк, куда со всей Польши, в том числе из Беларуси, свозили товары на продажу, и люди приезжали на выходные покупать либо продавать. И он поет именно об этом, что с одной стороны вот этот базар с кучей товаров, с другой стороны Европа. И это дилемма между тем оставаться здесь, в этой бедности, либо выезжать, эмигрировать на Запад, где лучшая жизнь.
toczy polskie tango. Nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus. I to ma sens, 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 sens. Tako, rapper танцует вот этот нескончаемый хоровод польского танца, крутится в этом всем, и его ноги уже погрязли в болоте. Здесь отсылка идет к загрязнению Вислы. Если вы знаете, в Вислу до сих пор сливается очень много отходов, но почему-то правительство ничего с этим не делает, и все об этом знают, но ничего не меняется, к сожалению. Следующие строчки «Народовые барвы мамы як Санта Клоуси» означают, что национальные символы Польши, бело-красный, являются точно таким же цветом, как Дедушка Мороз или Санта Клаус. И идет отсылка к тому, что мы перестали верить в Санта Клауса, в Деда Мороза, и точно так же перестали верить уже в Польшу. Кто ты jesteś, Polak mały? Polak mały, Polak mały. Jaki znak twój? Torba z białym, torba z białym, torba z białym. Gdzie ty mieszkasz? Na strzeżonym, na strzeżonym. W jakim kraju? Tym popierdolonym. Czym ta ziemia? To mój zamek z piachu, zamek z piachu. Czym zdobyta? Propagandą strachu, yeah. Czy ją kochasz? Bardzo, mówię szczerze. A w co wierzysz? Nic nie wierzę. Честно говоря, моя самая любимая часть этой песни – это вершик, который называется «Катехизм малого детска». Этот вершик учат все детки маленькие в польских школах. Ему уже больше 100 лет. Моя прабабушка учила этот вершик еще в польской школе, когда была маленькая. Кто ты jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Только в версии этой песни это стихотворение не для детей, а для взрослых. И здесь стоит даже разобрать его прям построчно. Кто ты jesteś, Polak mały? То есть, кто ты, маленький поляк? Яки знак твой, торба с białym? В оригинале идет речь о белом орле, символе Польши. Здесь идет сумка с белым, с чем-то, догадывайтесь сами, либо... Я спрошу так у Хемингуэя, когда его встречу. Где ты мешкаешь на стрзеженым? Стрзеженное оседле по-польску означа несколько домов многоквартирных, огороженных забором, с охраной, с хорошей инфраструктурой. И обычно в таких домах живут люди, которые покупают квартиры в кредит, в ипотеку. И жить в таком оседле считается очень крутым, это очень престижно. И обычно там живут такие мажоры польские. И с одной стороны, это очень круто жить в таком месте, с другой стороны, отсылка идет к тому, что эти люди как бы скованы, обременены вот этими кредитами, выплатами и так далее. В яким краю, в тым попердолоным. Я разбираю рэп-песни, поэтому, естественно, здесь будет нецензурная лексика польская, поэтому на уроках, естественно, мы таких вещей не произносим, но обозначает это, что я живу в стране. Стоп. Нормально? Идеально. Но чем та земля, то мой замок с пяху, это мой замок из песка, чем здобыта пропагандой страху. И здесь идет отсылка к польской политике, которая последние годы, к сожалению, строится на пропаганде, построенной на страхе, на ненависти к какой-то определенной группе людей, будь то ЛГБТ, либо женщины, которые хотят сделать аборт. И здесь как раз он об этом и поет. Czy ją kochasz bardzo, mówię szczerze, любишь ли ты ее очень, честно говорю, а в co wierzysz, в nic не wierzę. В оригинале звучит в польское wierzę, то есть верю в Польшу, в этой песне поется, что я уже не верю ни во что. А в co wierzysz, в nic не wierzę. Кто ты jesteś, Polak mały, piękny мой krajobraz, ujebany jest w billboardach cały. Zdarzy się, że widzę znajomego na wieżowcu. Czasem proszę, by przestali, lecz się śmieją, mówią: dobra, stary, ty no kurwa. WWA się buja, bloka stały, słucham swoich plebek. Jak cię wderwiam, no to zwoń na pały. Słyszę te koguty gdzieś tam uranowie pozapiały. Te syreny ciągle wyją, te syreny oszalały. Здесь он поет вообще больше про Warszawę, nie про всю Польшу. О том, что весь город в billboardach. И здесь идет отсылка к тому, что вообще этот рэпер, он не снимается, старается избегать рекламы, он старается не заключать никаких рекламных контрактов. И он поет здесь о том, что его там друзья, знакомые говорят, типа, эй, камон, чего ты, иди зарабатывай деньги на рекламе и так далее, а он этого не хочет. Последние две строчки рассказывают о звуках, о сиренах, которые воют в
таком месте в Варшаве, как Муранов. В этом месте в 1943 году произошло восстание, еврейское восстание в варшавском гетто. И, кстати, я очень рекомендую посмотреть фильм Романа Поланского «Пианиста» с чудесным актером Эдрианом Броуди, который был номинирован на Оскар и получил его, об этом варшавском восстании в гетто. Główną misją dla nich mówić ci, że żyjesz świetnie. Tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wężej. Patrz trochę wężej, patrz trochę wężej. В этом куплете Тако поет о том, что главной задачей польских политиков является говорить тебе, что ты живешь очень хорошо, świetnie, прекрасно, и что они всегда тебя закликают смотреть уже, несмотря на то, что горизонт широкий и красивый. Патч трохе венди, то есть все больше и больше сужай свои взгляды, не смотри объективно на вещи, а верь тому, что говорят в ТВ, в телевидении и что говорит пропаганда. Врагом есть шепенка и 5G, дорослых эдукует, byle стронка на FB, цу братанек есть педалем, бо есть мода на джендер, а наиболее антиполская есть нагонка на венгер, вешь? Врагом есть шепенка и 5G, здесь идет отсылка, потому что песня писалась уже после первой фазы, первой волны ковида, о том, что о тех людях, которые считают, что вакцинация либо 5G – это наши враги, это что-то очень плохое, и выступают против этого. Дальше строчка говорит о том, что взрослые люди, которые, казалось бы, должны объективно смотреть на вещи, очень часто ориентируются на какие-то посты в Фейсбуке и считают, что именно в них содержится правда, вместо того, чтобы пользоваться какими-то объективными источниками информации. Следующая строка, сложно мне ее объяснить, потому что здесь идет отсылка к политике правящей партии, которая всю свою предвыборную кампанию перед президентскими выборами построила на очернении определенного меньшинства ЛГБТ. И очень много людей, которые поддерживают партию ПИС, таких простых людей там, из деревень, из маленьких городов, у них единственный аргумент в спорах политических был что ты ешь педалем, альбо твой братанок ест педалем, то есть у тебя там братья, там какие-то племянники являются, там, не знаю, геями, какими-то представителями ЛГБТ и так далее. Вот здесь, в этой строчке, так он высмеивает такие взгляды. A little angel never killed nobody. Palę czarne złoto z ziomkami. Tak czy siak, Bóg z nami, chuj z wami. Trzy zdrowaśki, aleluja i do przodu jazda z kurwami. Слушали с вами четыре последние строки песни. Первые две из них повествуют о том, что правящая верхушка экономическая продает и сжигает очень много черного золота. Черное золото – это уголь. Это одна из самых прибыльных отраслей в польской экономике. И несмотря на очень плохую экологическую ситуацию вообще в стране в целом, именно, кстати, из-за сжигания угля, продолжают это делать. Последние две строки в песне повествуют о лицемерии правящей партии, именно о том, что они себя именуют очень такими ревностными католиками, очень верующими людьми, но их действия очень сильно разнятся от того, что они проповедуют. И как раз вот здесь идет отсылка к тому, что «тши здравощики», то есть они там отчитывают три раза молитву «Здрава Мария», «Аллилуйя», молятся Богу, а потом едут по своим темным грязным делам. За уважение этого отчинка. Большое вам спасибо за просмотр этого видео. Спасибо огромное нашим студентам, которые очень давно просили меня разобрать именно эту песню, еще со времен выборов в Польше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Если вам понравился такой формат видео, оставьте в комментарии имя исполнителя и название песни, которую вы бы хотели увидеть в следующем разборе. И обязательно приходите к нам на курсы польского языка онлайн. Ссылку на школу и на курсы мы оставим в инфобоксе. Заходите, кликайте кнопочку «Записаться на курс». До зубочения!